Так, продолжаем серию квестов на шлем Хамелеон 2. На чем мы там остановились? Так, это сделка с совестью, сейчас квест. Локин не может выделить людей. На КГПК Кацуба сообщение для Снегова. На стоянке сталкеров. Ну, пойдемте. Так, где у нас тут расщелина эта? Уже где-то крысы, слышу, скребутся. Погони нет. Крысиной собачьей. О, сейчас будет. Ну давайте. Скачет как олень. Все. Успокоились. Да, удобный переход. Че я раньше не ходил здесь? Как он ловко их перестрелял. Молодец, Рид. Сержантом будешь. А ты рекрутом станешь. Понял? Что-то затишье такое. Раньше тут вьюга же было. Слышно было. Сейчас не слышно. Так, приближаемся к Снегову. Ой, я тут замерз уже. Ну-ка. Рябиновкой надо жахнуться. Какой-нибудь придумали бы инъектор, чтобы на время становиться мутантом. Шерсть отрастала бы, такой весь, как медведь становился бы. И все, и не мерзнешь. И бегаешь быстрее. Вот он, Снегов. Так, Снегов, я разыскиваю Кацубу. Я тут ни при чем, я его отговаривал. Так, ну-ка давай, что с ним? Подозреваю ничего хорошего. Как-то раз пили с ним чай, Кацуба и говорит, мол, не хочу ли я прибавку к воинскому жалованию. Оказывается, он связался с репками. Ну, знаешь, бывшие братки Репкинского района. А конкретно с мордоворотом по кличке Альбомж. Ходят слухи, этот бандит коллекционирует разные редкости и хорошо за них платит. Кацуба пообещал раздобыть для него зуб йети. Вот только нет здесь никаких йети. И боюсь, когда репки узнали об этом... Они забрали Кацубу в свои пещеры. Ага. Надо его спасать? Среди сталкеров есть менчаки, которые могут провести тебя в тоннели. Найдешь таких проводников в окрестностях старого маяка. Там у них стоянка. Я найду их. Так что, значит... Зуб йети. Пропавший боец Кацуба обещал раздобыть зуб йети для мордоворота по кличке Альбомж. Этот бомж может не только знать местонахождение Кацубы, но даже быть ответственным за его исчезновение. Ну вот, в общем, это надо сейчас к Альбомжу тащиться, я так понимаю. А он уже даст задание на зуб йети. А потом опять сюда тащиться. Но если сейчас проводник отведет, и потом с этим же проводником из пещеры бандитов... Опять сюда можно будет, тогда отлично. Ну а если нет, ну я не знаю, опять кругаля такого давать. Ну пойдемте, куда деваться.
сюда опять возвращаться, потом нужно будет выбивать зуб из йети. Йети, твою мать. Пойдемте, куда деваться. Да, было бы классно, конечно, если проводник сейчас туда прям отведет. Но что-то я сомневаюсь. Я так же самое мог бы вот здесь сейчас уйти с проводником. Вряд ли тот меня поведет в пещеру бандитов. Ну, может быть, и поведет именно только по этому квесту. Ну, хотя бы туда бы сейчас отвел. А назад уж. Ну, лучше бы и назад, конечно. Ну, если что, назад сам доберусь. Ух, сколько карт нашел. Пустая. Ты чё оружие спрятал? Дробовик точный стал. С 5 перками. Ну, он и так, в принципе, Джекаров точно. Он стал еще точнее. Собираю челюсти потихонечку, чтобы потом обменять на инструменты для Морзе. 15 штук ему надо. Так, 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 ну-ка. 9-18 бронебойные. Бронебойные на ПМ. Их какое-то время... Ну, они сначала были, потом их не стало. Сейчас вот опять появились. Ну, батарейки заберу. 56-45 бронебойные. Сейчас набросится. Надо их перебить. Пока они первые не напали. Пустые все. Ах, тут Мишка еще, наверное, скачет. Чертов Мишка. Белый. Так, челюсти забирай. Ену. Сын. Пусть пока у тебя побудет. Ну-ка, карт соединить. Так. Чё, газуем? Чё-то совсем не бежит. Кое-как тащится. Медведя вроде нет. Странно. Куда он делся? Так, не буду я тут хлам этот искать, собирать. Пойдемте дальше. О, сука, учуял. Насастая. Кобель. Насастая. Ой, сука. Какая же ты, сука, кобелина.
Так, крысы не затаились нигде. Чё тут за нихай? Чё за Владимир Васильевич такой? Почему он квест никакой не дает? Ну вот, да, в лагерь ученых он не поведет, блин. Сука такая. Зря попёрся я сюда, мог бы там перейти. Так что вот имейте в виду, даже не идите сюда, не пытайтесь. Оттуда сразу переходите, где Снегов, от того проводника. Надо было тогда забрать сразу, как их там, пену, носки эти все, что насобирал уже. Ну ладно, хрен с ним. Да, все-таки надоедает туда-сюда бегать по локациям. Причем по нескольку раз подряд бывает, что по одному квесту и по двум локациям туда-сюда по нескольку раз. А мне вот еще интересно, кто-нибудь занимается, если крафтом, подскажите. Ну, крафтом артефактов. Этих. Гамма. Подойдут заряды, которые уже исчерпаны, или нет? Для крафта гамма, ну вот, например, там для крафта гамма экрана нужно 3 бета экрана заряды. Вот подойдут исчерпанные или нет? Подскажите, кто знает. А то охота на караван сходить, покопать, отдохнуть. Ну а если из них ничего нельзя сделать, то нафиг они не нужны. Я думал потом как-нибудь профессию сменить. Поделать арты. Кто знает, подскажите. Так, ну чё, скоро уже придем к пещерке бандитов. По дороге взял гурмановские квесты. Выполнил. По идее, не должны крафтиться, да, заряды? Из исчерпанных. Ну фиг знает. Может и крафтиться. И что вообще за конденсаторы такие, из которых заряды выветриваются? Плохие конденсаторы. Надо голдовые выводить, хорошие, из которых не выветривается заряд. Только когда экипируешь, пропадает. Ну, начинает таймер тикать. Сейчас он пошлет нас зубу эти вырывать. И снова мне нужно будет тащиться на новую. А меня уже тошнит от этой беготни. Туда-сюда. Ну, на новую схожу еще раз сегодня, наверное. А может и нет. Посмотрим. Вот эта фигня вообще не бьет, когда в костюме.
Ну, она и так не сильно бьет. Даже голову, но в костюме вообще не бьет. Мокрого-то долбанет хорошо, наверное. Пофигу на костюм. Чуханов обойду. Надоели они мне за всю дорогу. Ну, блядь, какие вы насастые, а? Трюфеля с вами искать. Вот и пещерка. Там в ней наш бомж гасится. Альбомж. Зуб Йети ему подавай. Зуб выпадает автоматически. Убиваешь Йети, и он выпадет, как глаз из верлюки для гурмана. Блин, ну туда еще дойти надо сейчас опять до этой новой. Могли бы сделать разок, прыгануть с проводником. Хотя бы один раз сюда, отсюда уже опять на новую. Это, пешком. Вот и бомжатина. Надеюсь, он не запросит что-нибудь предварительное. Там, травок или что ему там, значки нужны. Или травки, не помню уже. Я разыскиваю Кацубу. Жив ваш Кацуба. Вот только он мне обещал зуб Йети. Найдешь мне зуб, отпущу Кацубу. Как я найду Йети? Начни с новой земли, сталкер. Этот монстр существует, будь уверен. Кацуба тому живое свидетельство. Он ранен? Да будь мне зуб, а о солдатике мы позаботимся. Но поспеши, пока у Кацубы свои зубы все на месте. Живодеры. Вот такой я хотел костюм сначала. Но он тяжелее, чем Химера. И от него баф. Дебаф, то есть круче, чем от Химеры. Но он получше защищает от животных. Немножко. Не сильно лучше. А от аномалий такой же. Ну так он, конечно, такой футуристичный, какой-то прикольный. Я этот выбрал. Так, ничего мне выложить не надо. Пенка. Давай, выложим. Потом собирать буду по всем кладовщикам. Если настроение будет. Так, патроны. Давай-ка возьмем еще немножко. Ремонтироваться вряд ли надо. 98. 96. Нормально. Все. Возвращаюсь опять на новую. А кстати, это реально такой город Любич один был, или это разрабы выдумали? Почему Любич, если выдумали? Почему не Наташич или Татьяныч или Мариныч один Любич? Вообще тишина. Никого.
ебаные, это не шныряет то ли сюда. Сейчас время. Так, по Москве это у нас 8 часов по без 29, короче. Четверг без 29. Даже шаги такие, как будто я в пустом каком-то в этом. Пустой бочке бегаю. Ни души. Ого. За сегодня уже две карты собрал. Вторых. Поднакоплю и надо будет куча их соединять. Может быть, третья выпадет. Так, так, так. Одевай. Чуть не забыл. Про грибы, про эти. Чуть не подхватил, заразу. Да сейчас будет мучить. Но это не смертельно. Сейчас уже скоро пройдет. Устал за сегодня уже бегать туда-сюда. Уже через силу все делаю. Еще назад тащиться к бомжу опять. С зубом етевским. Все, отпустила. Застрял на укрепке в рябе. Сержант стрелял, пришлось ждать на базе атомиков. Там захват был. Ну там захвата никакого не было, просто время подошло и сержант стрелял. Никто там ничего не захватывал. Да, набегался за сегодня. Подустал. Туда-сюда. Давай, пивоваров. Спирт сразу тебе отдам. Что тут за мотыльки летают? Сразу как иду сюда, беру с собой спирт, если не забываю. Пусть там копятся эти. Даже если на тунгуску мне не надо, то пусть будет билет. Давай.
следующий раз пригодится. Так, у кого серединовка не забыть. Готово. Ну вот теперь можно и идти. Вырвать зубы йети. Так, патронов достаточно. Да что-то подвисает в одних и тех же местах всегда. Всегда в одних и тех же. Там не захочу, не хочу идти, там медведь этот опять. Ну, в сраку. Пойду по старинке. До кладовщика, а там уже йети. Йети, которые домовые. Отдыхающие. Да чё ты там? Ты пока вот писал, блин, там надо было тебе бежать, а не писать. Пока он писал, его собака сгрызла. Писатель, блин, хрена. Беги. О, побежал. Видимо, он кое-как оттуда дошел со стоянки. Может, патронов уже нет. Че, пойдемте долбить етей или етев. Если нас сейчас Мишка не задолбит. Ах ты, сука, живая. Фига, уже замерз. Чё прячешься? Я тебя вижу, вылазь. Вот один. Ну все, вот он сразу же и выпал. Вообще их не надо долбить. С мешками кидается. Давайте так посмотрим. Ничего тут нету интересного. Череп, снежок. Нафиг мне эти снежки не нужны. Черепа их тоже. Хлама тут никакого нету интересного. Вроде нет. А вот боеприпасы. Не нужны такие мне. Вот эти возьму.
чё, возвращаться надо. Обновилось задание. Всё, теперь назад. Вот ради этого надо было тащиться. Ладно, продолжу возле пещеры. Еще одна карта уже, за сегодня третья, офигеть. Три вторых карты за один день. Такого еще не было. Первый раз. Еще одна карта. Какое-то невероятное везение сегодня, значит, на эти карты. Ну-ка, может еще одна выберу. Нет, мусор выбрал. Четыре карты за один день. Вторых. А у меня вчера или позавчера подписчик спрашивал, нет ли карты с собой. А у меня вот не было как раз. Я их все на рынке оставляю. А сегодня целых четыре. Видимо, дневник кончался у человека. А он хотел квест сдать. Там 200 тысяч опыта дается. Давалось, сейчас не знаю сколько. А вот на ведунов что-то не везет последнее время. Каждый раз проверяю, мимо иду. И антиграф не выпадает. Уже раз 5 или 6. Не выпадал. Ну я там не дежурю, я просто мимо вот если когда иду. Так-то если дежурить, все равно бы выпал. Ну так случайно что-то не выпадает. Зато 4 карты, офигеть, такого еще никогда не было. Но я так долго еще и никогда и не играл. Именно вот мобов стрелять, разных бегать. Туда-сюда. Офигеть, я сегодня дал жару. С беготней с этой. Где же, интересно, этот Кацуба-то? Сейчас он опять отправит куда-нибудь. На какую-нибудь локацию. Другую. Или сейчас скажет, что все, сдох Кацуба. Интересно. Чем все закончится? С этим бомжом. Сегодня я вообще уже никуда не пойду. Ни на Тунгуску, ни на новую. Если здесь где-то этот Кацуба... Сейчас разберемся с ним. Поговорим. А если опять тащиться куда-то, то все. В эту серию уже не войдет. Хотя он, говорю, может быть, вообще сдох. Кацуба, блин. Пока я ходил с ятями, разбирался. Темно уже. Ну так, в принципе, все видно. Но вот YouTube почему-то в тот раз совсем темное видео сделал. Фиг знает почему. Когда на Тунгуске я там был. Совсем он что-то там пережал, перетемнил YouTube. Переломал все ноги, блин, по этим лестницам.
Народ начинает заходить на сервер, встречаются уже люди потихонечку. Ну что такое? Так зависло, что же запутался, где я? Так, бомжатина. Держи зуб, отдавай Кацубу. Извини, сталкер, обманул я тебя. Кацуба у нас по своей воле загостился. Никто его насильно не держит. Йети потрепал его изрядно. Порвал весь бронежилет. Погнул каску. Теперь Кацуба боится возвращаться, так как его накажут за порчу казенного имущества. Да его за дезертирство накажут, блядь. Там растерзают просто, блядь, в дисбате сгноят. А за каску, хули каска, железка. Полные склады. А, ну вот, кара за дезертирство его не пугает. Почем мне знать? Слушай, будь другом, да будь для него броню ниндзя и шлем викинг. И забери его уже обратно в часть. Он тут нам всем надоел. А, ну вот, ниндзя. Значит, крыса по другой ветке. Нужна. Ниндзя и викинг. Так а чё, тебе что ли тащить, бомжу? Я тебе уже не верю. Ты вообще бы переебать бы тебе чем-нибудь, гондон, по лысине твоей наглой. Так, чё у нас тут? Потерянные очки я так и не сделал. А, это по ходу дела я там хотел зайти, но опять их не нашел. Нахуй с палубы. Просил раздобыть для Кацубы бронежилет ниндзя и шлем викинг. Оказывается, Кацуба лишился. Да я вот ему не верю уже, этому Кацубе, этому альбомжу вонючему. Пинка бы тебе прописать, да урод.